слаще. Так, поговорите с Джеффри. И там, кстати, забрать награду надо сверху. Ну, мне, по крайней мере, я не знаю, что это у тебя. А, нет, не сверху, снизу. Да, вот у него же, походу. Да, а-а-а. Штука бакс. Ничего так. Будем еще выполнять с дробовиками? Да, думаю... Нет, думаю. Или да. Че это такое? Тут бегать надо? Тут дробовики. Бегать дальше чуть-чуть. Ну, то есть, вот там. Ну, давай. Или ты убежал? Бегать? Я потом тебе бегать пошел. А, ну ладно, давай. Тиренину! Прям башку прям прыгнул. Ладно, пойду посмотрю, что там продается. Чертеж, дробовик. Мачете. Ничего интересного, короче. Бежим. Train. Until now, you were lucky. But today is the day of truth. Так вот. Truth, huh? So you're finally gonna admit you're slower than I am? You have me in stitches. Still think you can beat me? Without even half trying. So do it. Как он долго думал. Там он как бы не в первый раз думал. Put up or shut up. Беги, заткнись. Понял, беги. Так вот, знаешь, на кого он похож? Он похож из Дайон. На дебила. 30 точек. Один раз ошибешься, я трындец. Я опять от тебя отпрыгнул. Я бы на твоем месте не хухухоньки бы, хухухонькими занимался. По хухухочками. По хухухочками. По хохочками. Ладно, кое-как я сюда запрыгнул все-таки. Чувак, уже бедняга выдыхается просто. Испытание провалено, что вы получите? Ну, чувак, дай перепройти, нечестно. Я не знал, что нельзя урон перепройти. Че ты? Чё ты не знал, что урон нельзя получать. Давай, стой, погодь, пусть перепройдем. Нельзя получать. Избегайте урона. Ты получил урон? Да. Ты всю малину сейчас просто вообще. Да. Сверху вниз. Да-да-да. Давай. Okay, hotshot, put up or shut up. Shut fuck up. Смотри, 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 сейчас, сейчас я. Давай. Что вообще было сейчас? Ля-л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 я. Так, помню, нельзя получать урон. Ты на тачке урон-то получил, да? Да-да-да, об огонь. Чувак, что-то тебя, по-моему, прёт. Ты победил только благодаря тому, что ты уже упал на старте вниз. По-моему... Там не была эта победа из-за этого. Ты меня еще впереди обогнал, кстати. Потом на видеозаписи даже посмотришь, ты был раньше, чем я. Потом я тебя сделал. Жалко, очки не дают за то, что я сквозь зомби пробегал. Воистину риск. Сука, можно вот так вот сделать? Так, дайте мне кого-нибудь расстрелять. Сильных зомби нет, я надеюсь, да? Можно посмотреть очки. Так. Я попадаю, но они не коцаются.
реакция, используйте метательное оружие, бла-бла-бла, побег, вырваться, если вас схватит, будет проще. Оглушает кусаку на 5 секунд, еще можно сделать. За то, что он тебя кусает? Штрафами. Быстрое убийство, подкрадитесь, о да! И прочность. О, это, башку он сворачивает. О, что меня бьет? Что тебя бьет? Точнее, кто тебя бьет? О, голова, слышь, давай в футбол поиграем. Можно. Хрен там, все, что только можно, это пинать его труп, но не голову. Нет, вот голова. Ну и пинать-то ее нельзя. Ну, он лишь катается. ЧС, что, заберем? Как там твои миллионы свободного места? О, не знаю, кстати. Ну, пока пишет. Чё? Давай. Куда ты бегаешь-то, сыкло? Я выстрелил в баллон. Подними меня. А, еще тебя, блин, поднимать. Я думал, это самое. О, 2000. Да, это все благодаря мне. Сбоку, блядь. Девушка, вы пьяны, идите домой. Проспись. Так, ладно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Короче, тут теперь отряды Райса нам противостоят, и нам их нужно периодически просто убивать. Жду не дождусь, когда я ему чаем его напою. Ой, там где-то рядом беготня, кстати. Давай сначала сдадим наши чаесочки, вдруг нам дадут уровень, я буду радоваться, потому что... Ой, опять будку на 59 баксов обокрал. Я получу кошку в таком случае. Я получу кошку, я надеюсь. Все знают Кайла! У вас есть неиспользованные очки, ура! Все, я радостный до попы, я получаю кошечку! Кошечка, да! Кошечка, да. Кошечка, да. Атака с маскировкой. Научитесь атаковать мутантов под маскировкой, не привлекая лишнего внимания. Оп, ну, короче, полный стелс будет у меня. Пау. Ой, я кошку забрал, все. Круто. С какого уровня? С 12-го? Мне со следующего уровня дадут. Ну да. Пробуем кошку. Кошечка. Кошку у меня ракета заменит, они мне все равно нужны. Так, ну у меня еще 200 гигов свободных. Оу! Че это за звук был? А, ты ловушку откинул. Я главное на нее так встал, вот стою, думаю, что не то. О, там груз. Чувак, смотри, что у меня. Я убежал. Я понял. Я убежал. Догоняй своей кошки. А, догонять тебя, да? То есть вот догоняй, да? Да, догоняй. Ну ладно, сейчас догоняй. Попробуй догони. Сейчас ты у меня молить о пощаде будешь. Блин, кошка, кстати, быстро перезаряжается в помещиках. Ну а хоть бесконечно, это хорошо. Твари успели один контейнер вскрыть. Нам бегут, нам гости. ДС, ДС. Я тебя вылечу, ты меня вылечишь. Вылечи меня, дружок. Все. Друже, вылечи меня. Где ты? У меня 175 хп, кстати. А, ну так вот, смотри, что у меня, смотри. Смотришь? Да. На тебя смотри, себе вредить. Ладно, смотри еще раз. Смотри. Уже не в первый раз. Хорошо. Смотри. Смотри еще раз. В прошлый раз с баллоном. Смотришь, да? Давай. Нормально. Правда, ты у меня лагаешь, когда летишь. За тобой такой шлейф остается. Шлейф меня, да? Да. Она у меня просто так упала.
Че, пойдем до Джеффри? И чё? Нормально. Эй! О, нормально вообще. Мне нравится этот удар определенно, он сразу с ног сшибает их. Мне нравится вот это. Чё, говори. Я шею субвертываю просто. Ой, ребят, я к вам не хотел. Давайте там как-нибудь до свидания. Оу! Ай, нет, нет, нет! Фак! Как же он мне не вовремя схватил-то прямо рядом с баллоном. Дэс. Не-не-не-не-не, я сейчас далеко, погоди. Да, далеко, я не вижу где тебя. Далеко ты. Мне там надо было оторваться профессионально, в отличие от тебя. Ты до меня вечно добежать не можешь. Блин, окошко, кстати, жизнь прямо облегчает, вообще, я тебе скажу. Вон Джеффри-то тут. А, опять к этому мяснику, что ли? Сколько на этот раз руки потратить? Ноги. You see those spikes? I started using them to kill zombies. Just shove them right in there. It's a total rush. Jesus, is this another situation where you would pay me? Yes, yes, I'll pay, don't worry. But it's so much fun, you should be paying. Have you ever charged into them? Just ram into them and they go flying like bowling pins. You gotta try it. Ugh, yeah, it worked. That'll be a great icebreaker at parties. О, ты сейчас попробуешь этот таран. Не знаю. More zombie guts. Fantastic. Давай налево. Так, а что там? Всего 15. Окей. Нажмите Alt и укажите на... А, понятно. Это через Alt надо сделать. Фигово. Еще их надо на шипы, да, накидывать? Сейчас проверим кое-что. Че, сколько? Нет, не обязательно. Не обязательно? Нужно тупо накинуть на шипы. Как ты это сделаешь, не имеет никакого значения. Ой. Я уже сделал это с четырьмя зомби. А я почему не могу? Надо именно на шипы, да? Именно на шипы, да. А, понятно. А я их просто так кидаю. Так, по одному. Да капец, я ж тебя... Мне, по-моему, трындец. Чувак, я уже восьмерых насадил. Ты хоть одному насади. Я двоих уже насадил. Троих. Просто ни о чем. I'm the best. А ты сак. More zombie guts. Fantastic. Я сейчас сказал, я так понял, да? Так, сколько надо их убить-то всего? 15. А, изи. Я 8 сделал, ты 3. Все, давай. Ты опять... еще скажешь, что я упал, поэтому мне проще. Йоу, по одному. Вон, смотри, я даже в более сложном районе, скажем так, это делаю, нежели ты. Поэтому у меня сейчас получается хуже. Ха-ха-ха.
Не вопрос, я насадил зомби штук 6 уже. Почему мне не зачлось только один? Что за фигня? Я всю толпу, короче, здесь раскидал. Здесь никого не осталось. Чем я без шуток тебе серьезно говорю, штук 6 их реально просто вбил туда. Так, давай ты моих зомби не будешь трогать, а? Мне и так-то штук. Ты вот, кстати, не врезайся больше в них так и плещи меня. А ты сак. Знаешь, со стороны это смешно было, как будто ты... Побарабал. Я не буду больше падать. Мне не понравилось. Ли у нас дружеская ничья. Нам это не подходит. И чё, и где все? Дайте нам наших зомби! Так, ну допустим, ладно. Нет, не ладно. Что-то как-то в первый раз я это лучше делал. Давай в разные стороны побежим. Давай, значит, ты в мою побежал. В твоей проще это делать. Ладно, побегу свою. Попробую двоих зомби сразу насадить. Отлично. Ты туда же. Отлично. Барбекю. Эй. Я заработал достижение барбекю. Горящего зомби насадить на ловушку. Ага. Помнишь, что ты про него говорил? Да, я все его только что заработал. Тварь тупая, а. Ты это про меня, что ли? Да про чем? Они стоят, короче, на месте и ни хрена не делают. Так, ну 7. Давай, чуть-чуть осталось же. Там мне большую часть пришлось тупо убить, потому что они тупо стояли. Так а подталкивай ногой ты, блин. Слабо что ли? Ногой подтолкнуть просто. Просто пинком на R. Я их так добиваю туда. На клавишу, на мышке, не на R. На R. У меня не на R. Ну, пофигу. Шва отсюда. И ты пошел. Капец, вот чего ты на нас сразу кусает? А что ты хотел, чтобы она тебя ждала, пока ты там ей родишь что-нибудь? Ты идешь на шипы. Да не меня кусать, а на шипы. О. Вы отстаете. Сфигали! А, ну мы, считай, еще одного тупо допинать сейчас. А, я сделал это!
Okay, I did it. Fork over the money. We are the best. Are you suck? Смотри, молчит опять, да? Сказать-то нечего. Да-да-да. Потому что всосал. О, полицейская винтовка, кстати. Чем фиолетовая полицейская винтовка. Сколько стоит? Хотя, такой же урон, пофиг. Вообще ни о чем. Улучшать ее все равно нельзя. Так, а вот винтовочный патрон, наверное, подкупить надо. Всего 3 патрона? Нет, 3 ячейки, 3 магазина. А. То есть это получается, что я сейчас купил офигеть сколько патронов, так, да? Так, чё, давай какое-нибудь задание-то отслеживай. Кстати, да. На тебе, под пердак. Чё? А, не, ничего. Чё? Крейн, Джафар here. About the dynamite you brought. We've got an idea how to improve it. Drop by as soon as you can. Окей. Okay. Ладно, как-нибудь зайдем. Так, пока там ты устраиваешь всякую красивую... Fire show. Да. Так. Прикрой меня, пожалуйста. Давай-давай. Чё давай-давай, у меня хп там нету. Теория большого взрыва даже есть. Пойдем на... Ну, смотри, обгорелая ползает, тварь. Давай, кстати, попробуем сейчас поджечь какого-нибудь зомби и наткнуть его на... О, давай, мне бы ачивка не помешала. Поджигай. Так у меня нету молотова. Да ёма. Прикрывай. Ща-ща, у меня есть. Не, нету. У меня динамит есть. Прикрывая молотов, буду пытаться делать. Давай, создавай. Ау! Так. Ну, в принципе, я готов кинуть молотов. Ой. Ну и куда ты кинул? Бомб в меня кидай. Все, не кидай. Зачалось? Нет, она не подожглась. Кидай! Фак. Она сдохла. Во-во-во. Я тоже от молотого сдох. Сейчас надо его, короче, приманить. Во-во-во, смотри, он сейчас загорится. Ну зачем? Он не загорелся. Ну тебе ждали ачивку. Ну так он не загорелся. Бы. Ну так мог бы кинуть. Давай поищем нормальное место, где их дохрена, и там сделаем. Ты чё обуглишь тут, ползаешь? На! Нормально, лучшее место там. Во-во-во, здесь, дес-дес-дес. Дес-дес-дес, дес-дес-дес, дес-дес-дес. Чё? Кидай, вон. Делай. Кто меня бьет? Я, по-моему, молоту две штуки все осталось, да? Вон, кидай сюда. Отходи. Давай, давай, давай. Я промазал. А он все равно не загорелся. Ладно, вот горит, давай, 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 быстрее бегом. Где? А, все, умер. Блин, меня бесят эти орущие твари. Короче, все, я убежал. То мы это долго дело будем делать. Поговори с моим дробовиком. Я мужика спас. Thank you so much for helping me. Спасибо, что сделал меня шлем.
О, идите к Джафару. Ну ладно, забьем на Джафару, блин. Так. Ты опять бегать что ли? Нам еще вот есть задание. Давай. Ну или хочешь, можем побегать. Не, я не хочу бегать. Давай. Это. Здесь вот, по идее, последнее задание у него, считай, больше не видел. Точнее, я этого чувака не видел. Это ракета. А, доставить! Hey, Craig, нас кусают. Listen, I don't wanna fight you, I just wanna talk. Will you hear me out? Okay, so you've worked for Rise for a while, right? Which means you've heard of me. My name's Rocket. Yeah, the Rocket. Oh, the Rocket, yeah. Never heard of you. I'm Rise's best runner. The antenna's job was supposed to be mine. I was just busy doing something more important. But never mind. How about a little challenge, eh? Just a short run. I want to see if Brecken's best runner is anywhere near as skilled as Rise's ace, which is me. Well, let's find out. What do you say? Я скажу, что у нас до хрена зомби образовалось. У меня слезы побежали. Такой базарит с нами, базарит. Камера такая. Вот, туда-сюда, туда-сюда.